Список почетных граждан Тюменской области пополнился тремя фамилиями. Высокое звание присвоили на заседании областной думы. Это уходящий в отставку в июле председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, заслуженный юрист России, член Совета судей страны. Также почетным гражданином стал Геннадий Рязанов, директор агрофирмы «Крим», крупнейшего производителя картофеля и овощей не только в Тюменской области, но и в России. Кроме того, звание удостоился тюменский журналист и писатель Анатолий Амельчук.